Здравствуйте. Тема нашего занятия – Бурятия в годы Великой Отечественной войны. Сейчас наша страна готовится к 70-летию победы Великой Отечественной войны, поэтому эта тема будет звучать и в СМИ, и по телевизору, и в газетах, и в организациях, ну, среди коллективов. Она будет, естественно, очень популярной. Поэтому мы, в общем-то, с вами должны готовиться загодя. 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия пересекла границу СССР и напала на нашу страну. 23 июня 1941 года в газете «Правда» были опубликованы 4 указа Президиуму Верховного Совета СССР. Так, первый о мобилизации военнообязанных в 14 военных округах, второй о военном положении, третий об объявлении в отдельных местностях военного положения. Это в 7 союзных республиках, 16 областях, Москве и Ленинграде. То есть территория, которая могла быть потенциально захвачена врагом. И четвертый указ об утверждении положения о военном трибунале в местностях, объявленных на военном положении и в районах военных действий. Этот указ разрешал создавать суд тройки и без судебных разбирательств объявлять о наказании и приводить это наказание в исполнение. После того, как было объявлено начало Великой Отечественной войны, в Бурятии, как и по всей стране, прошли митинги, собрания, на которых звучали призывы о мобилизации военных сил на борьбу с врагом. И еще до объявления мобилизации военкоматы стали приходить люди, добровольцы, и вступать в ряды Красной Армии. Первая мобилизация призвала в ряды Красной Армии военнообязанных 1905-1918 годов рождения. Ну а поскольку война оказалась затяжной как для Гитлера, так и для Советского Союза, то 10 августа были призваны военнообязанные 1890-1904 годов рождения и призывники 1922-1923 годов рождения. Мобилизационные мероприятия были проведены в максимально короткие сроки, и к осени 1941 года только в Забайкальском военном округе были вновь сформированы танковые, стрелковые, кавалерийские и авиационные дивизии. В Бурятии на дивизионной были сформированы 97-я стрелковая дивизия и артиллерийский полк. Ну, понятно, что когда проходила мобилизация, сначала военные округа, они мобилизованных готовили, давали им обмундирование, потом давали военную подготовку, и только после этого формировали военные подразделения, и только после этого уже полностью готовыми отправляли на фронт. Ну, в частности, вот Забайкальский военный округ, большинство призывников ушли в были призваны Забайкальским военным округом, и там в районе Читы проводилось мобилизационное мероприятие, и в последующем они отправлялись на фронт. А в Бурятии только вот на станции дивизионной единственное подразделение, это 97-я стрелковая дивизия, артиллерийский полк, то есть два военных подразделения были сформированы. Для того, чтобы организовать активную политическую работу в рядах Красной Армии и среди населения, была проведена мобилизация коммунистов. И на фронт в качестве политбойцов ушло
в Бурят-Монголии 49% состава обкомов, райкомов, парткомов и так далее. Ну, то есть тех людей, которые профессионально занимались организационной партийной работой. Профессионально занимались партийной работой. По всей стране развернулось массовое обучение населения, поскольку 17 сентября 1941 года было принято решение Государственного комитета обороны о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР. На пунктах всеобуча проходили подготовку автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, ну и других военных специальностей. Впоследствии, находясь на фронте, эти люди продемонстрировали свои боевые навыки. 2 июля 1941 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о подготовке к противовоздушной и противохимической обороне. Это постановление развернулось по всей стране и началось обучение населения, тылового населения, правилам противовоздушной и противохимической обороны. Но эта работа проводилась по всей стране, несмотря на то, что готовясь к такой противохимической войне, ну, на случай химической атаки. Так, ну а в Улан-Удэ работа проводилась более, ну как и по всей стране, вся страна встала на защиту своего отечества. Но Улан-Удэ и Читинская область, Забайкалье, это оказались тыловыми районами со стороны Востока, Японии, милитаристской Японии. Ну, пока шла Великая Отечественная война, наша страна находилась в постоянной боевой готовности на случай нападения со стороны милитаристской Японии. И на востоке был сформирован в восточном направлении были сформированы три фронта. Первый Дальневосточный фронт, второй Дальневосточный фронт и Забайкальский фронт. То есть эти фронты были развернуты вдоль границы с Китаем, поскольку на территории Китая находилась армия милитаристской Японии. Ну, в частности, Забайкальский фронт это был очень близко от нас, и поэтому наша республика тоже фактически находилась в прифронтовом положении, прифронтовой области. 26 июня 1941 года был принят указ Президиуму Верховного Совета СССР, который назывался «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Он отменил очередные и дополнительные отпуска, заменив их денежной компенсацией. Директорам оборонных предприятий предоставлялось право устанавливать обязательные сверхурочные работы от 1 часа до 3 часов в день и оплачивать их в полуторном размере. Тыловые области, ну и Бурят-Монголия в том числе, стали переводить свою экономику на военный лад. Ну, в первую очередь, это коснулось промышленности. И фактически сразу после объявления войны эта работа началась на крупных предприятиях. Переход промышленности на военный лад был завершен к декабрю 1942 года. Это тоже очень короткие сроки. Но нельзя считать, что предприятия полностью перешли на производство военной продукции, поскольку тыловые потребности тоже нужно было удовлетворять, и поэтому предприятия часть производства перевели на производство военной продукции. Так, паровозовагонный завод
К концу 41 года уже 25% произведенной продукции это была военная продукция. Ну, они стали делать банно-прачечные вагоны и санитарные вагоны. Санитарные вагоны. А также изготавливать специальную продукцию, это снаряды, мины, минометы, ну и так далее. Улан-Удэнский стеклозавод наряду с основной продукцией перешел на изготовление автомобильного стекла такого усиленного типа, производство аптечной посуды, ну и так далее. Улан-Удэнский мясокомбинат стал изготавливать пищевые концентраты, ну то есть тушенку, сухой спирт. В 41 году на комбинате был открыт цех по пошиву полушубков и рукавиц. И для этого была открыта мастерская, которая, в общем-то, шкуру готовила, ну, как сырье для этого цеха. Джединский вольфрамово-молибденный комбинат, помимо основной продукции, освоил производство магазинов и коробок для патронов ручного пулемета. Ну, надо сказать, что Джединский вольфрамово-молибденовый комбинат изготавливал, отправлял вольфрам на нужды фронта, и каждого третьего танка была изготовлена из вольфрама джидокомбината. Захватом Донецкого бассейна и Подмосковья, то есть от основных угольных баз, то нагрузка по обеспечению тыла углем легла на Сибирь и Дальний Восток. И с уходом на фронт квалифицированных рабочих и снижение уровня механизации угледобычи, добыча угля в стране резко упала. Поэтому началось освоение новых месторождений, это Баенгольского, Лысогорского, Акино-Ключевского, Тамчинского, ну и так далее, и так далее. А в годы войны расширил свое производство Улан-Удэнский авиазавод. В начале войны он освоил ремонт самолетов И-16 и ремонт авиационных двигателей. Но в августе 1942 года на Лондонский авиацион прибыло оборудование эвакуированного Московского авиазавода. Но он не весь был эвакуирован, а только два цеха вместе с 1000 специалистами. И на базе этих цехов, и используя производственную базу Лондонского авиазавода, завод стал изготавливать самолет-истребитель Ла-5 конструктора Лавочкина. Огромная ответственность легла на плечи железнодорожников. С первых же дней войны на железной дороге был введен график военного времени. То есть основная нагрузка по перевозке выпала на долю военных грузов. Так, ну а тыловые грузы, они уже стояли на второй очереди. Так, кроме того, железнодорожники укладывали новые железнодорожные пути, меняли рельсы, шпалы, ремонтировали эти пути. Все это делалось для того, чтобы увеличить пропускную способность железной дороги. И поэтому военные эшелоны ускоренно пошли с востока на запад. Переводилась на военный лад и промышленность местного значения. Швейные, обувные, кожевенно-меховые предприятия перешли на изготовление обмундирования для Красной Армии. Обмундирование. Кроме того, изготавливались лыжи, ящики для снарядов, деревянные части самолетов, ну и так далее.
В дни войны увеличилось производство лесной промышленности. В 1942 году Государственный комитет обороны принял решение привлекать на заготовку и вывозку леса сельское население в порядке мобилизации. Но это в основном в зимнее время. Но надо сказать, что лесозаготовители, лесная промышленность в тот период работала только зимой. А летом из-за бездорожья это было делать невозможно. И поэтому сельчане в зимнее время, когда накал сельскохозяйственных работ спадал, они уходили работать на лесозаготовку. В январе 1942 года Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ приняли постановление о развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке. Ну, поскольку продовольственная база нуждалась в пополнении, и поэтому рыболовное хозяйство оно стало активно помогать и обеспечивать в первую очередь воинов и тыл рыбной продукции. Этим постановлением перед районами Сибири и Дальнего Востока была поставлена задача увеличить в 2-3 раза добычу и обработку рыбы. Поэтому в Бурятии был пущен Серобайкальский консервный завод, Баргузинский рыбо-томатный завод, 2 рыбокоптильных завода, 11 рыбоприемных пункта, ну и так далее. Ну и 3 моторно-рыболовные станции. Но это в основном на берегу Байкала. Перевод промышленности на военный лад переходил в обстановке незавершенной индустриализации и слабого развития транспортной сети. Тем не менее, как уже было сказано, к концу 1942 года перевод промышленности на военный лад был в основном завершен, и основные материальные трудовые ресурсы направлялись на оборонные заказы. Промышленность по мере возможности переходила на местное сырье. Несмотря на трудности военного времени, в республике продолжалось промышленное строительство. Были сданы в эксплуатацию Шалуцкий известковый завод, Илькинский авторемонтный, строились Селиндумский моторо-ремонтный завод, Бичурский сахарный завод, ну и так далее. В течение 1941-1942 годов почти не было промышленных объектов, которые прекратили бы производство. Хотя в связи с переходом на выпуск военной продукции многие предприятия работали с перебоями. Ну вот сравните Первую мировую войну. Тогда большинство предприятий некоторые предприятия полностью прекратили производство. Так, ну а сейчас такого не произошло. А следующее крупное мероприятие, которое было проведено в масштабах всей страны, это беспрецедентное предприятие. Ну, в общем-то, все исследователи войны в мире отмечают заслугу Советского Союза в проведении этого мероприятия. Это эвакуация промышленных предприятий с западных районов на восток. Ни одна страна в мире не проводила эвакуацию своих предприятий. Но в основном предприятия эвакуировались на Урал и Западную Сибирь. Во-первых, это было ближе. Эвакуация проводилась главным образом на Урал и в Западную Сибирь. Во-первых, это было ближе. А во-вторых, угроза
милитаристской Японии ставила, ну, делала опасным эвакуацию предприятий, ну, восточные районы, ну, в том числе и в Бурят-Монголию. Но, тем не менее, в Бурятию прибыли несколько предприятий. Это в поселок Нижний Ангарск был эвакуирован Очаковский консервный завод из Николаевской области с кадрами рабочих и ИТР. На ПВЗ прибыло оборудование Строгожского вагоноремонтного завода, который образовали новые цеха 4 и 5. На Улан-Удэнский авиазавод была доставлена часть оборудования Московского завода и прибыло 1000 рабочих и служащих. Поселок Клюевка Кабанского района прибыло оборудование Керченской судоверфи. Поселок Турка – оборудование Керченского бандарного завода. И в 43-м году в Бурятию прибыла часть оборудования Илецкой и Усманской махорочных фабрик. И на этой базе началось строительство табачной фабрики в городе Улан-Удэ. Ну, то есть тут сюда к нам прибыли, ну, не самые такие жизненно важные для оборонной промышленности предприятия, но тем не менее они были эвакуированы. В годы войны увеличивались плановые задания для всех предприятий. Так, ну и они, в общем-то, выполняли эти плановые задания. В годы войны в промышленность было вложено в 5 раз больше средств, чем в годы первой пятилетки. Но это сравнение не самое удачное, потому что в годы пятилетки в нашу республику было вложено не так уж и много средств по сравнению со второй пятилеткой, когда началась крупная промышленность. Но эта цифра говорит о том, что финансовые вливания в промышленность были значительными. И поэтому в годы войны промышленность нашей республики не только сохранилась, но еще и выросла, развилась. Ну, хотя, в общем-то, перебои были, был спад выпуска продукции. Но спад выпуска продукции произошел по двум причинам. В первую очередь, когда шел переход на военный лад. И вторая причина – это в 1944 году, когда шел переход промышленности на выпуск мирной продукции. То есть в годы войны промышленность республики, она получила некоторый рост. Что касается сельского хозяйства, то здесь положение было чрезвычайно сложным, поскольку мобилизация на фронт большинства людей трудоспособного возраста обострила проблему кадров. Ну, поскольку ушли, естественно, в основном мужчины, то кадры оказались в тяжелом положении. Но мы о кадрах будем говорить, отдельно. Сельское хозяйство оказалось в более тяжелом положении, чем промышленность. Мало того, что под мобилизацию попали большинство квалифицированных механизаторов, комбайнеров, специалистов сельскохозяйственного производства, на фронт, на нужды фронта из сельского хозяйства ушла часть тракторов, грузовиков. То есть сельское хозяйство оказалось недостаточно механизированным.
Посевная 1942 года оказалась под срывом, поскольку не хватало ни техники, ни механизаторских кадров. Поэтому очень быстро стали готовить... Это вычеркни по сельскому хозяйству. Я про рабочих, про кадры рабочих-то не рассказала. Вот сейчас о них будем говорить. Так вот, начинаю. В связи с мобилизацией рабочих кадров на фронт в промышленности обострилась проблема с квалифицированными рабочими инженерно-техническими служащими. 44% рабочих и ЭТР заводов республики ушли на фронт. Специально для учета кадров по всей стране были созданы комитеты по учету и распределению рабочей силы, которые вели учет всего населения и перераспределяли кадры между предприятиями и отраслями. Основным источником пополнения кадров в военное время стали женщины, молодежь и пенсионеры. К 1943 году на промышленных предприятиях 65% составляли женщины. Так, ну, молодежь – это, естественно, молодежь, которая переходила в трудоспособный возраст. Но в условиях военного времени граница трудоспособного возраста была снижена до 14 лет. То есть в 14 лет уже направлялись подростки, в 14 лет, особенно мальчики, направлялись на работу на предприятие. К 43-му году в промышленность Бурятии влилось 70% новых рабочих. То есть 30% это были старые рабочие, которые работали до войны, а 70% это те люди, которые пришли на предприятие в годы войны. Так, ну, женщины стали занимать рабочие места, которые прежде были только мужскими. Но мужские рабочие места – это связанные с высокой физической нагрузкой, там, где используется маскулинный труд. Там женщины, как правило, не работали. Например, на шахтах. Многие женщины спустились в забой и стали добывать уголь, а в годы войны добыча угля велась теми же способами кайлом и лопатой. Женщины объявили призыв «Займем рабочие места своих мужей». И мужья-шахтеры, ушедшие на фронт, в общем-то, получается, что их жены заняли эти места. Но это было проведено и на промышленных предприятиях, когда станки, на которых работали мужья, заняли их жены. Значительное пополнение шло из школ и училищ трудовых резервов, это школы ФЗО, фабрично-заводского обучения. Причем в школу ФЗО туда шла мобилизация. То есть даже если подросток не хотел там учиться, его отправляли. Причем в школу ФЗО обучались мальчики. В годы войны туда стали отправляться на обучение и девочки. Но после окончания школы ФЗО выпускник становился рабочим, ну и шел на заводы.
Шел на заводы. Ну, для того, чтобы выполнять в полном объеме военные заказы, рабочих рук все равно не хватало. Поэтому в феврале 1942 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации трудоспособного городского населения в возрасте от 16 до 55 лет мужчин и от 16 до 45 лет женщин, не занятого общественно полезным трудом. То, что рабочий день был достаточно длинным, мы уже были об этом говорили, то есть указ такой был принят, но фактически на заводах рабочая смена продолжалась до тех пор, пока задание не было выполнено. Так, следующим источником пополнения рабочих кадров были эвакуированы и переселенцы. Из оккупированных территорий людей переселяли в восточные районы. И здесь они также у нас расселялись. Ну, несмотря на то, что Бурятия не стала местом массовой эвакуации, по тем причинам, о которых я говорила, но большинство переселенцев направлялись на предприятия рыбной промышленности. Вместе с эвакуированными предприятиями в республику прибыло 15 238 человек. Из них 46% были люди трудоспособного возраста. Из них 12,5% это были мужчины. Остальные это были женщины. А 50%, при 50% это были дети до 12 лет, которые не могли работать. В конце 1944 года началась реэвакуация населения. Но обратно выехало 79% всех прибывших за 4 года. Остальные остались здесь, или остались на постоянное время проживания. В связи с нехваткой кадров остро стоял вопрос о их подготовке. В первую очередь это была школа ФЗО, но она в основном касалась молодежи. И поэтому опять перешли к ученичеству и к бригадной форме обучения. К тем формам, которые были массовыми в начале 30-х годов. Но к концу 30-х годов уже начинала превалировать курсовая подготовка. Сейчас времени не хватало, и в связи с нехваткой времени опять началась подготовка в форме ученичества и бригады. Социалистическое соревнование получило еще более широкий размах. Это движение стахановцев, двухсотников. Двухсотники, стахановцы – это движение, которое пришло еще с 30-х годов, а двухсотников – это ноу-хау военного времени. То есть человек становился двухсотником, и он выполнял за одну смену две нормы. Одну за себя, а вторую норму за того парня, который ушел на фронт. В принципе, в документах так и говорится, что двухсотники выполняют за себя и за того парня. Создавались комсомольско-молодежные бригады, но с 1942 года стали появляться комсомольско-молодежные фронтовые бригады, которые брали на себя более повышенные обязательства и работали фактически круглосуточно. Война особенно тяжело отразилась на сельском хозяйстве, поскольку нагрузка по продовольственному обеспечению выпала в основном на восточные районы, Сибирь, Казахстан.
Они стали основной сельскохозяйственной базой страны. Бурятия, большинство населения которой было сельским, испытала огромные сложности выполнения планов поставки сельскохозяйственной продукции государству. Но это было связано с тем, что поскольку большинство-то населения было сельским, то большинство населения сельчан и ушло на фронт. И поэтому количество мужчин в возрасте от 16 до 60 лет сократилось в 3 раза. Многие специалисты, агрономы, ветеринары, зоотехники ушли на фронт. Положение в сельском хозяйстве осложнило засуха 1944 года. Но, тем не менее, планы поставок сельхозпродукции государству выполнялись за счет высочайшего напряжения сил сельского населения. В годы войны изменилась структура сельского хозяйства в Бурятии. В связи с тем, что основные земледельческие районы оказались под оккупацией, то на востоке, ну и в республике в том числе, стали расширяться посевные площади. Посевные площади. Ну, у нас не намного, но тем не менее, поскольку у нас земледельческих земель, пригодных для земледелия, не очень много, в основном степи, леса, но тем не менее, этот план тоже был выполнен. Высокосортные зерновые культуры перестали высаживаться, это пшеница, стали сеять овес, проса и рожь. Рожь. Кстати, дореволюционной России, в дореволюционное время земледельцы вот на территории Прибайкалья пшеницу особо-то не выращивали, кроме семейских. В основном выращивали рожь, потому что она более подходит для нашей почвы. Урожайность более высокая, чем у пшеницы. Так, в годы войны стали сеять махорочный табак, ну, вот в связи с появлением махорочной фабрики, сахарную свеклу, и у нас появилась новая отрасль – сахарная промышленность. Ну, после войны она исчезла. Подсолнечник. И значительно расширились посевы картофеля. Посевы картофеля. Ну, надо сказать, что сельское население, ну и городское тоже выжило только за счет картофеля. Только за счет картофеля. Сокращение парка машин вызвало рост конно-ручных работ. Опять на полях Бурятии появились деревянные бороны, опять появились серпы, ну и так далее. Война тяжело отразилась на животноводстве. Большое количество скота, кроме племенного, было сдано на мясокомбинат. Но и из-за того, что Бурятия не выполняла планы поставок по зерновым, они закрывали свои плановые задания за счет поставок мяса государству. И тогда были сданы, стали сдавать, выполнять план за счет и племенного скота, и за счет рабочих лошадей. Но в связи с тем, что промышленность перестала выпускать тракторы, комбайны, а перешла на выпуск танков и самоходных машин, то в сельском хозяйстве, ну, в том числе и в Бурятии, совершенно не было новых тракторов и комбайнов, ну и другой сельской техники, не было и запчастей. Так, ну а поскольку большинство механизаторов ушли на фронт, то на краткосрочных курсах
стали готовить новых механизаторов из числа девушек, женщин. Ну и таким образом в сельское хозяйство выходило из положения только за счет женского труда. Горюче-смазочные материалы тоже в основном шли на фронт, и не хватало. Во многих МТС каждый третий-четвертый трактор простаивал, не выходил на поля. Все это вызвало рост на население. На население. 13 апреля 1942 года Совет народных комиссаров и ЦК ВКПБ приняли постановление о повышении для колхозников обязательного минимума трудодней. По этому постановлению каждый колхозник должен был ежегодно вырабатывать не менее 100-150 трудодней в зависимости от района, вместо 60-80 по условиям 1939 годов. Тех, кто не выполнял установленную норму, исключали из сельхозартели и лишали приусадебного участка. В сельскохозяйственное производство были вовлечены подростки 12-14 лет, которым устанавливалась норма не менее 50 трудодней в год. Вплоть до 1944 года сельское население почти не обладало бронью от призыва в армию. Кроме того, они были мобилизованы на строительство, на заготовку древесины, на железную дорогу, где они зимой трудились. В 1944 году правительство запретило трудовую мобилизацию, освободило от поставок лошадей. Но трудовая мобилизация на лесозаготовительные и сплавные работы сохранялась. То есть в условиях военного времени почти полностью обновили сельскохозяйственные кадры. Для того, чтобы создать условия труда для женщин, в колхозах открывались детские площадки, постоянные сезонные ясли. Для того, чтобы восполнить выбывшие кадры, проводилась массовая подготовка новых рабочих, велось обучение колхозных председателей, бригадиров, счетоводов, звеневых, ну и главным образом механизаторов. Обучение велось на курсах, семинарах, в Улан-Удэ на заводах, в учреждениях, школах, ну и так далее. И тем не менее, вот к весеннему севу 42 года Бурятии обеспеченность сельским кадром была 50%. Ну, для того, чтобы поддержать сельчан на сельскохозяйственную страду, выезжали горожане. Промышленные предприятия с 1942 года получали специальное задание, которое включались планы работы. Ну, в начале 1944 года в связи с коренным переломом в ходе войны дела в сельском хозяйстве стали поправляться, поскольку Алтайский тракторный завод с января 1944 года прекратил выпуск танков, а перешел на производство тракторов. Красноярский комбайновый завод в апреле 1945 года перестал выпускать самоходные машины,
а стал изготавливать комбайны. И техника стала прибывать в Бурятию, которые механизировали сельскохозяйственную работу. Но, однако, эти 4 года, которые сельское хозяйство провело с недостатком техники, с низкоквалифицированными механизированными кадрами, с отсутствием минеральных удобрений, что сдерживало рост посевных площадей и привело к низкой урожайности кадров. Все это подорвало экономическую основу сельского хозяйства. И такое вот тяжелое состояние сельского хозяйства стало устойчивым. Так, если говорить о том, что Бурятия из Бурятии ушло на фронт свыше 120 тысяч человек, из них пали на поле боя 34 200 человек или 36%. Бурятия дала стране 39 героев Советского Союза и 11 полных кавалеров Ордена Славы. А всенародная помощь фронту проходила за счет пожертвований населения. Но фактически сразу после объявления войны в стране был создан фонд обороны. Он пополнялся за счет средств воскресников, ну, добровольных взносов отдельных людей, ну и так далее. Так вот, колхозники сдавали общественный личный скот в фонд обороны, а фонд рабочие передавали однодневные заработки и компенсацию за неиспользованный отпуск. Например, ПВЗ решил отчислять ежемесячно однодневный заработок в фонд обороны. Артисты, писатели, художники, композиторы участвовали в спектаклях, вечерах, концертах, выставках, сбор от которых шел в фонд обороны. Параллельно шло движение по созданию, сбору средств на строительство военной техники. В конце 1942 года крестьяне республики собрали 23 миллиона на постройку эскадрильи боевых самолетов «Социалистическая Бурят-Монголия». В Тункинском районе Саганов внес 130 тысяч рублей. А в Джидинском районе Банзаракцаев из колхоза Галын-Ачи и Ирдынеев из артели Улан-Удэнга Селенгинского района внесли по 160 тысяч рублей. Так, эти деньги пошли на постройку танковой колонны. Ну и так далее. То есть коллективы, предприятия, организации собирали деньги, на которые строилась какая-то техника. Допустим, предприятие лесной промышленности собрали 550 тысяч рублей на танковую колонну «Лесоруб Бурят-Монголии». Или торговые работники на эскадрилью самолетов, торговый работник Бурят-Монголии, ну и так далее. То есть вот эти вот сборы очень помогли при выполнении военных заказов, ну, для обеспечения армии, фронта.
Следующей формой привлечения дополнительных денежных средств обороны стали государственные военные займы. Так, всего прошло 4 займа. 4 займа. Так, это вот 42-й год, 42-й год, 43-й, 44-й и 45-й год. Заем был объявлен сроком на 20 лет. 20 лет, то есть отдавая свои деньги, труженики получали казначейский билет, облигацию военного займа, который по истечении 20-летнего периода государство обязывалось восстановить. Но люди сдавали эти облигации в фонд обороны. По всей стране шел сбор теплых вещей и обуви. Первоначально это движение носило добровольный характер, но в связи с тем, что война затягивалась, это движение было передано партийным организациям, ну, которые уже стали организовывать сбор подарков, теплых вещей и подарков. Например, в новом 1942 году трудящиеся республики отправили 21 вагон с подарками. Эти 21 вагон сопровождали руководство республики и обычные люди, которые прибыли к воинам 43-й армии Западного фронта, проводила встречи с ними, и они, в общем-то, раздавали подарки. И каждый год, на Новый год, делегации Бурятии выезжали на фронт и сопровождали подарки. Так, культура просвещения. Ну, мы начнем с вами с школ. В годы войны изменилось положение школ. Расширилась программа обучения. Введено военное и в сельских школах сельскохозяйственное обучение. Оно в городских школах там индустриальное обучение. 8 сентября 43 года был введен возраст обязательный для поступления в школу. 7 лет. Если до этого в школу могли идти и в 8, и в 9, и даже в 10 лет. Так, ну а поскольку в годы войны в 12-14 лет уже начинали работать, то есть они даже начальное обучение не успевали получать. Поэтому возраст был снижен до 7 лет, чтобы до достижения подросткового, трудоспособного возраста ребенок успел закончить начальную школу. В 43-м году стали создаваться ШРМ, школы рабочей молодежи, и ШСМ, школы сельской молодежи. Эти школы создавались для того, чтобы подростки, которые, не завершив обучение, ушли на работу, могли в этих школах получить среднее образование. В годы войны была введена 5-бальная система оценок. В 4-7 классах были введены выпускные экзамены и экзамен на аттестат зрелости за среднюю школу. В годы войны была введена внешкольная, внеклассная работа, детей фактически готовили к войне, различные военные специальности они получали. Так, расширилось это ГТО, Ворошиловский стрелок, Осово, Хим и так далее, через которые тоже молодежь получала военные специальности.
В годы войны сократилось количество высших и средних специальных учебных заведений. Временно был закрыт зооветинститут. Пединститут перешел на сокращенное обучение. В годы войны широко развернулась культурно-просветительная работа. Но несмотря на то, что сеть клубных учреждений сократилась, повсюду стали открываться агитпункты, которые вели патриотическую работу, агитацию. В 1944 году в Улан-Удэ был открыт художественный музей на базе картин местных художников и коллекций, подаренных в дар государственным русским музеям. Это подлинники Тропинина, Шишкина, Куинджи, Айвазовского, Ярошенко и других. В клубах, избах читальных, библиотеках, музеях, агитпунктах проводились лекции, беседы, выступления артистов, художественной самодеятельности. И все это было направлено на патриотическое воспитание населения. Интересом фронта была направлена работа научных учреждений. Расширилось изучение недр республики. В 1942 году в Улан-Удэ состоялась научная конференция по проблемам изучения и освоения сырьевых ресурсов. При участии научных учреждений Иркутска проводились экспедиции, которые собирали материал по сырьевым ресурсам в нашей республике. В 1943 году в Институте языка, литературы и истории был создан сектор экономики. Занимался изучением, прогнозированием экономического развития Бурятии. Писателями Бурятии были созданы значительные произведения. Это поэма «Четыре года» Жамсо Тумунова, Павел Балтахинов Цирена Галсанова, повесть Хацана Мсараева «Луч победы», пьесы Балдано «Рыбаки Байкала», «Бабжа Барас Батыр». Цыдынжапов написал «Снайпер», «Сын народа». И вершина бурятской драматургии – это Кнут Тайши Хацана Мсараева. В годы войны жанр рассказа развил Жамсо Тумунов. Он написал «Степной орел», «Горячее сердце», «Отец и сын», «Лейтенант Саханаев» и другие. То есть большинство произведений были посвящены фронту, связям фронта и тыла и героям войны. Художники создали портреты героев Тулаева, Иванова, героя социалистического труда Коваленко, снайпера Доржиева, огородницы Астраханцевой, писателя Хацана Мсараева, народного сказителя Аполлона Тароева, революционера Ранжурова, это художник Мырдыгеев. Написаны также крупные полотна, это «Фашистские мародеры» — это Тимина, «Подарки фронту», «Рейд конницы в тылу врага», «Агитатор на полевом стане», «За власть советов», «Колхозный табун» Сампилова, ну и так далее. Театральное искусство также было посвящено главным образом военной тематике. В 1941 году в республике работало 5 театров. Это художественные 5 театров. Это Государственный бурятский музыкально-драматический театр, Театр юного зрителя, Русский драматический театр в городе Кяхта, Русско-драматический театр в городе Улан-Удэ и Театр юного зрителя, бурятский колхозный театр.
Так, напутала. Пять театров. Государственный Бурятский музыкально-драматический театр, Русский театр в городе Верхнеудинске, Русский театр в городе Кяхта, Бурятский колхозно-совхозный театр и театр юного зрителя. Кроме того, работала государственная филармония. Ну, в 1941 году Кяхтинский русский драматический временно перестал работать. Ну и также не работала филармония. В декабре 1941 года в эвакуацию в Улан-Удэ прибыл Харьковский театр русской драмы. Надо сказать, что это был один из сильнейших театров Советского Союза. И в труппу театра, в труппу Харьковского русского драматического театра вошли труппа Кяхтинского драмтеатра, драмтеатр в городе Улан-Удэ и ТЮЗ, театр юного зрителя. Такая вот усиленная труппа под режиссурой харьковских мастеров были поставлены такие классические произведения, как «Три сестры Чехова», «На дне Горького», «Кремлевские куранты Погодина», «Анна Каренина Толстого», «Дворянское гнездо Тургенева», ну и так далее. Ну, надо сказать, что не каждый театр может поставить эти спектакли. Ну, это вот, ну, вот в новых условиях под режиссурой харьковских специалистов это стало возможное. Так, кроме того, при помощи мастеров Харьковского театра были поставлены пьесы бурятских драматургов. На сцене Бурятского музыкально-драматического театра режиссер Крамов поставил пьесу «Нам жило Болдано. Рыбаки Байкала». Режиссер Аристов поставил спектакль «Снайпер». Ну, кроме того, были поставлены национальные спектакли. Это «Баир» и «НХ Булат-Батыр». Это музыкальный драматический театр. Но их поставил Габбажап Цыдынжапов, вот чье имя носит сейчас театр оперы и балета. Ну, кроме того, были поставлены оперный спектакль Евгения Онегина Чайковского и «Фауст Гуно». В 1943 году балетный коллектив поставил спектакль «Бахчисарайский фонтан» Асафьева «Тщетная предосторожность» Гертеля. В годы войны танцевали Цырен Бадмаев, один из первых артистов, освоивших технику мужского классического танца. Шалтыкова, Мария Шалтыкова, Бадмажапов, Семенова, Семенякова, Гиргесова и другие. В годы войны впервые на сцене стал петь Лхасаран Линховой, ну, тогда еще молодой начинающий артист. Ну, артисты театра давали спектакли по всей республике, они выезжали на гастроли на Дальний Восток и выступали перед воинами Забайкальского фронта и моряками Тихоокеанского флота. Так, ну а совхозно-колхозный театр, он выступал только по республике, поскольку все спектакли шли на бурятском языке. Это был, труппа была небольшая, с минимальным количеством декораций, специально рассчитана на небольшие сцены, на небольшие помещения. Так, ну таким образом республика, как жители республики, как и весь народ, встали на защиту своего отечества и с успехом победоносно завершили Великую Отечественную войну. Так, ну и мы с вами еще и не говорили о 45 август и сентябрь 45 года, когда война была полностью завершена. Так, на этом мы завершаем этот